Доброе томатное утро. Такое у меня первые томатики. Любуюсь, радуюсь. Почему бы и нет? Почему бы не сделать томатики на обед? У меня чечевица отварена. Я вот с томатиками ее ем. Нарезаю томаты, добавляю водоросли свои любимые, ламинарию или нори, порфиру. Добавляю ореховое масло какое-нибудь там, или льняное, горчичное, или сметанку по-разному там. И вот с чечевицей наедаюсь хорошо. Они и вкусно, и детоксят хорошо. И чечевица с томатами — это вообще потрясающе. Детокс-продукт. Вот, можно так, можно сяк, можно этак. Вообще их советуют обжаривать. Если их обжаришь, в них уже меньше будет вредных веществ. Ну там, они становятся более щадящими, их как бы ешь, и они, другая польза в них там. А можно их засушить, просто насушить томатики. Вяленые такие помидорчики, очень вкусные вообще. Нарезаю тоненькими пластинками в овощесушилку. Сушатся, ну, день сушатся где-то. В общем, потом такая вкуснятина, как пицца. Ну и пиццу можно сделать, конечно. Можно даже бескоржевую, то есть без муки сделать пиццу. Не будет коржа мучного, там по-другому можно всяко. Сырный, например, корж. Ну, по-разному делают. Веганская пицца есть, и сыроедческая, и всякая. Ну, томатики вообще в пиццу-то заходят хорошо. Много чего можно. А какие лечо, всякие там закруточки, салат десятка, один что только стоит. Везде томат, вот он придает вкус. Обалденный, с перцем, если томат. Ух ты, какая вкуснятина, морковочка там. Ну, рада я просто смотрю первые томаты, думаю, ура, помидорчики пошли в тепличке, хорошо.